Три раза в неделю эта машина приезжает для забора воды на Ольскую скважину. Здесь берет свое начало производство группы компаний, продукции Тальского завода и ООО «Глобус». Более 20 лет предприятие ООО «Глобус» занимается производством. Первоначально это было изготовление нефильтрованного пива и лимонадов. Спустя 12 лет и по сей день предпочтение пало на питьевую воду. Открыть цистерну в машине, достать шланг с 62-й скважины, большая часть которого находится на глубине 30 метров под землей, и приступить к забору 12 кубометров воды. Схема до мелочей изучена водителем Олегом Хруновым, который уже почти 12 лет работает на предприятии. Говорит, на поездку за водой уходит немало времени. Ну, где-то в общей сложности туда-обратно 3,5 часа. Ну, час сюда, час заправка, час обратно. Где-то так. Ольский участок со скважиной открыли более полувека назад. Специалисты сразу определили: в этом месте хорошие гидрологические условия, а вода обладает минералами, в которых нуждается человеческий организм. Как мы боремся с микроорганизмами, да? Вот. Есть такая бактерицидная установка, причем там сделана, установлена. Вот. Самая современная бактерицидная установка, которая сама следит и за состояние ламп бактерицидных, ну, в принципе, все автоматически. Контроль качества ольской воды проводят один раз в неделю. Образцы сдают на проверку в лабораторию Роспотребнадзора, где специалисты проверяют ее на наличие солей и тяжелых металлов. Без внимания не остается и сама скважина. За ее содержанием следят сотрудники электротеплосети. Этот прибор БЦУшка называется, для того, чтобы вода была чистая. То есть он очищает, вот стоит к нему агрегат, а он этот прибор показывает, как он работает. То есть если работает, значит все в порядке. Если не работает, то горит там красная лампочка, значит надо вызывать там, чтобы делали. После забора на Ольской скважине КАМАЗ с водой отправляется в Магадан. На заводе ее сливают в огромные цистерны, где начинается первая механическая очистка. По шлангу вода поступает в специальные бочки, после чего проходит угольный фильтр и еще 4 стадии очистки. Наша водичка проходит бактерицидную лампу, которая находится здесь. После этого она попадает вот в эту емкость, это озонатор. Водичка наша, она озонируется, что еще является консервантом. И после этого водичка попадает уже на розлив карусель. Когда мы льем газированную воду, она газируется углекислотой. Углекислота является также консервантом. Водичка очень долго хранится. Помимо ольской воды, предприятие оснащает магаданцев и тальской минеральной. Ее забор происходит один раз в месяц на территории санатория после 2 часов дня. Такое время выбрано не случайно. С утра на процедуры лечебницы идет большой расход воды. Напор из скважины маленький. Чтобы быстрее набрать минеральную воду и не мешать процессу лечения, машина подъезжает только после 2. Из скважины насос выкачивает 12 кубометров горячей лечебной воды, которая славится своими исцеляющими свойствами. Они приезжают с цистерной, согласно договору, берут у нас 12 кубометров воды. Ну, получается, у них где-то ежемесячно. Мы им открываем 20-ю скважину, и они забирают оттуда воду. Там большое количество элементов таблицы Менделеева, почти все, даже бариллий есть. Но это вот основное, то, что я назвала, вот название, это большое содержание этих веществ. То есть натрия, барита, кремниевой кислоты большое содержание и азота. Значит, пройдут лечебные действия. Очень хорошо на нервную систему, почему мы уже, собственно, и лечим проблемы с позвоночником, заболевания позвоночника, потому что все-таки это нервная система. Тальская проходит точно такую же фильтрацию, как и ольская. На заводе воду разливают по бутылкам и доставляют во все торговые точки Магаданской области до Усть-Неры. Чистая вода для человека – это здоровье прежде всего. Какую человек воду пьет, это очень много зависит для его организма, что мы пьем. И, конечно, у меня, я очень люблю свое производство, я очень люблю свое дело, потому что я несу людям чистую воду, настоящую, со скважины, которая идет с наших недр. Говорят, что где человек родился, там живет, он ту воду и должен пить.
Также тальский завод занимается изготовлением сладкой газированной воды. Месяц назад предприятие выпустило два новых продукта – мохито и дада-кола, которые уже можно увидеть на прилавках города. На этом специалисты останавливаться не собираются. В планах запустить в производство холодный чай и соки.